привет! Впереди календарные выходные, и ответ на вопрос, как их лучше всего провести, вы узнаете в нашей афише. Расскажу вам анонсы самых интересных культурных мероприятий Самары, я Мария Левина. Прямо сейчас, поехали! Дождались! В Самаре открылись музеи и зоопарк. Посещать их нужно в масках. Музей «Модерна» приглашает сразу на две выставки – антропологию коллекционирования Сергея Гнилицкого, где научат, как стать настоящим коллекционером и разбираться в эксклюзивных экспонатах. А также зрителям покажут эксперимент самарских художников «Нейромодерн». В воскресенье Самарская юношеская библиотека представляет насыщенную программу. В полдень там поговорят о легендарных Олимпийских играх в Москве в 80-м, а в час дня раскроют загадки одного из самых таинственных детективов в истории – сэра Шерлока. Куда исчезает искусство? В эпоху, когда художники были заперты по домам, музеи и галереи остановили свою работу на 3-4 месяца, искусство переместилось в сети. Откуда художники черпают вдохновение и как работают над своими шедеврами, расскажут в онлайн-лекции «Время художнику. Куда исчезло искусство?» в прямом эфире 17 июля в 19:00 на официальной странице «Горький центр» в социальных сетях. Жизнь – это яркая штука, причем краски повсюду уверены последователи флористической живописи. Да-да, и такая есть в Самаре. В субботу и воскресенье в час дня в клубе рукодельниц будут вовсю творить. В качестве инструментов – пух тополя и ивы. В этой технике можно рисовать портреты людей и животных, пейзажи и натюрморты. Писать картины пухом – это очень увлекательное занятие, и при этом умение рисовать совсем не требуется. Всех ждут на Гагарина 131А. Необходима предварительная запись. Поклонников Владимира Маяковского ждут в ДК «Заря» 19 июля к 16:00. Открытый микрофон позволит прочитать как любимое произведение из репертуара автора, так и собственного сочинения. И кто знает, может быть, это именно ваш звездный час. На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!